БАДы, биологически активные добавки пищи, этот термин ввел российский ученый, академик Тутельям, для использования коррекции ежедневного рациона питания на предмет нутриентов и недостатка витаминов. БАДы – это препараты, созданные на основе натурального сырья, животного, минерального или растительного происхождения, а также при пробиотике. БАДы не являются лекарственными средствами, и основная их функция – это обогащение еды недостающими витаминами и минералами. По сути, БАДы, если проводить альтернативу с едой, это приправа. На этот вопрос у меня два ответа. Если рацион полноценный, то да. Но мы все с вами прекрасно знаем, что не вся еда полезна для человека. И это относится к обработке и приготовлению еды в том числе, поэтому нет. Также в процессе хранения и приготовления пищи теряется часть свойств продуктов. Также есть регионы, где отмечается недостаток каких-либо витаминов или микроэлементов. Например, у северных районов у большинства людей есть дефицит витамина D. Соответственно, следует его употреблять. По зарубежной статистике, по наблюдениям Российского института питания, у более 50% людей неполноценное питание. Если исходить из позиции, что БАДы не лечат, а продлевают здоровье и улучшают качество жизни, то БАДы нужны всем здоровым людям. Особенно, если вы находитесь в состоянии стресса или работаете в джетлаге, если у вас не сбалансировано питание, нет возможности полноценно питаться в течение дня, это все сотрудники офисов, если вы занимаетесь серьезными видами спорта, которые требуют высоких нагрузок, а также все люди старше 45 лет. На вопрос, нужны ли БАДы в решении косметических проблем, я как косметолог отвечу, что да. Поскольку БАДы – это нутрицептивная поддержка всего организма, но несмотря на это, БАДы помогают топическим средствам и косметическим процедурам бить точно в цель, то есть работать прицельно. Например, при кожных заболеваниях очень часто врачи назначают витамины группы В. А если рассматривать антиэйдж-стратегии, то это не только хорошее качество кожи, но еще и активное долголетие.